И всем привет, с вами Макс Риск. Новое обновление в игре Edgy Waves. Поставь лайк, подпишись на канал, чтобы не пропускать данный ролик по данной игре. Когда было обновление 29 сентября? Вчера. Блин, всегда опаздываю. Всегда, блин. Какая версия? Версия у нас сейчас 0.18.1. А где скажите мне 0.18.0? Сегодня мы узнаем. Значит, смотрите, вот есть информация. Пока местам хай обновляется. Вы пока что поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропускать новые обновления, буду рассказывать вам первыми. Так, сейчас найду. Вот, вроде бы это та запись, 0.18.0. А почему 0.18.1? Не знаю, потом сейчас узнаем вместе. С вами... Так, подождите. Бэм. Бэм, и все. Начинается объявление, дорогие приматы, по-моему. Мы постоянно работаем над улучшением игры, и мы хотим бы поблагодарить наше растущее сообщество игроков. Ну, спасибо. Мы рады сообщить вам, что версия 0.18.0 будет выпущена в 6.0 INTES 26 сентября 2020 года. Уже есть в течение этого периода, в течение 2 часов, вы не сможете войти в игру. Так, подождите, я же могу теперь пойти. Уже вчера прошло, так что я буду первым, кто узнает, как по мне. Это будет огонь. Так, сейчас будет экранчик загрузиться. А дальше у нас. Вот новые функции, которые появились в этом обновлении. Новый игровой процесс. Клановый конвой XCOR. Сопровождение своих концов в безопасное место. Сопроводите свои концы безопасным местом. Интересно, что это значит? Новое событие. Так, подождите. Сопроводите своих конвои в безопасное место. Второе. Новости. События. Набор экстра колесо фортуны и реали циклонов. Вау, колесо фортуны, реали циклонов. Хочу узнать, кто они такие. Арена дополнительная. Тенкин и Максимус. Теперь могут получать на арене. Такие максимумы, возможно, они легендарные персонажи, их никогда не добавляли. Я их никогда еще не убивал, мне не знать. Возможно, мы скоро выбьем. Так, реагировка активности мы скорректировали награды за рейтинг. Интимат. Обезьяны, это вроде бы стандартный ультимат. Итак, там уже процесс загрузился. И сейчас мы узнаем, что же тут явно добавили. Конечная обезьяна. Сложные задачи и общий опыт. Оптимизация, оптимизированные несколько интерфейсов. Операции и эффектов отображения. Мы будем рады слушать от вас об этом обновлении. Дайте нам знать свой отзыв. Между тем, мы, безусловно, продолжаем исправлять ошибки и готовить к выходу много новых интересных котлет. Следите за обновлением, наслаждайтесь бананами. Да, это есть. 32 сервер есть, давайте вам покажу. Сюда же мне написано, 32 сервер добавили, сделал узор. И сейчас... 32, скоро будет даже 33. Так, значит, куда нужно заходить, кто не знает, это нажимаете, потом меняете, и тут нам отображается самый новый. 32, скоро. А, он уже. Я не хочу заново играть, так что не надо. Все, аккаунты. Выйти, забаненный аккаунт, кого там банить можно. Помещение настройки службы поддержки. Версия сейчас 0.18.0. Как это проверить? Нажимаем настройки. Ну так вот. Вроде бы неплохо. Так, тут еще одно сообщение о конкурсе. Ну и почитаем для интереса о конкурсе. 24 часа. Новый розыгрыш в хэштег розыгрыша. Отправляйте туда и нажмите на корону верчинки, чтобы получить шанс выиграть несколько блейкских комп дисков. Быстрее получай розыгрыш. Задача длится всего 24 часа.
Так, вчера. Не, ну мне там есть еще пару часов. У вас тоже есть, так что можете успеть. Стоп, куда мне телепортироваться? Тут есть хэштег. Бам! О, есть. Так, как там мне галочки все поставить? Все я поставил. Вот как. Окей. Все, я участвую. Так, а те лайки банан. Не нужно ставить все. Не буду. Я поставил. 53 игроков играет. У меня есть шанс. 53. Вроде бы это все. Там еще и кое-что. Давайте проверим. Я же не все обновления. Рассказал вам. Так, это было. Так что это у нас новый север. Дальше. Новый сервер, хэштег 13N30. Так, это какой? 32-й. А вы что-то не говорите на предстре 31 сервер. Так, что-то какая-то новая иконочка. А ну-ка почитаем. Так, так, так. Объявление, дорогие обезьяны. Это обновление скоро появится следующее. За обновление следующее. То есть она еще не появилась. Окей. Зарядка зачем? А, вот. Чтобы ускорить там ракету. Ну, сначала она не нужна. Вау! Четвертый этап! Третий, пятый этап! Давай бесплатно. Через, подожди. Написано трик из трик. Ну да, ну давай. Вроде бы это не опасно. Ага. Давай туда тогда. Ну, вроде бы даже недалеко. Все, отправляем это все. Значит, нужно собирать эти данные, потом отправлять, строить. Что это, блин, такое? Что-то новое явно. Проект задавать заберем. У меня второй ранг VR. Кстати, VR добавили, да, вот еще рассказал вам. Так, давайте продолжать читать. Новый игровой процесс. Клановый конвонт экспорт. Сопроводите свой конвон в безопасное место. А мы уже сопровождаем. Новые события, набор экстра. Колеса фортуны и ралли циклов. Где же они все? VR. У меня VR 2. А почему VR, да? 2. А, он даже не написано. Мир 3. Скоро будет доступно. Чем выше, тем и больше, да? Так, так, так. Оху, а вы такие медленные, кстати. Ну ладно, отправляйтесь. Так, куда надо нажимать? Что пропало, кстати? Что-то явно пропало. Значит, у нас новая нить появился. Самурай. Ох, нового персонажа добавили. Рикки Лэн. Какой мощный. Хо-хо, 5200. Там просто легендарный. Классные разработчики. Вот это, наверное, классный. А можно мне такого персонажа выявить? Что случилось? Мутанты атакуют. Кто, блин? Нажимаю. Кто атакует? Кто? Вот тут были враги. То есть нужно следить за этим. Вау, классно обнова. Если разобраться еще. Или для вас ролик посмотреть дольше, чтобы понять, в чем дело я такой разработчик. Чё, блин? Чё это такое? Раз, два, три. Куда? На нас нападают. На нас нападают. Эй, стой. Атака, стой, стой. Нас окружили. Атака. Отправляю воинов. Давай. Эй, куда? Куда? Охраняйте конвейер. Конвейер охраняйте. Ща бы отправлю ещё. Блин, не хватает. Есть. Так куда, куда? Защитить. Ну, блин. Все, молодцы. Давайте, достигайте, там еще один будет соперник. Так что бегом сюда вот. Где враг еще один? Потом вот точка назначения. Не, ну классно, сделали карточку. Так, и нападает кто-то враг. Сколько игроков нападает? Так, все, бегом. Спасай жизни. Давай, атака. Вот так вот, 3 секунды. Потом посмотрим, что у нас еще есть. Давайте посмотрим, потом посмотрим на бой. Бой, конечно, очень классно смотреть. Как я понимаю. Так, исследования. Ладно, потом. Ё-моё! Тут один миллионник идет. Так, сюда, всем сюда. Давай, 7 секунд. Нет, сдавайтесь. А вы, кстати, его завалите. Очень шикарно. Они всех завалили. Это класс, новый персонаж. Завалили всех. Потом узнаем, как нового персонажа зовут. Блин, я хочу еще что-то узнать. Что же будет, если даешь ты? Вот как это. С плюсом. Хо-хо-хо. Круто. Так, значит. Находим настройки. Теперь говорится, что мне нужно нам больше времени играть в эту игрушку. Окей. Кстати, некоторые еще записывают. Русские ютуберы. Можно их тоже поддержать, если их найдете. Мне не показывают каналы. Боятся, что их там задизлайкают. Ну, кто его знает.
Так, стоп, стоп. О. Ну и ладно. Так, значит, мы изменили язык, то, что нужно, чтобы привычно было и понятно. Легендарный персонаж, давай. Новый. Леха, давай, для подписчика. Ничего, это прикол какой-то. Мне ничего не дали. Мне что-то дали, я такой не узнал. Блин, я не знаю, что мне дали. Ну ладно, огонь, говорят. Так, давай подарочек заберем. Так, пивасики, давай. Клуб, фан-клуб. Давай, обмен, я только за. 200, там ежедневно. Так, все, воскресенье самое топовое, как я пойму. Так, нажимаем героя, читаем. А вон. Эй, добро пожаловать, Руинджа, прыгайте. Так, ох, какой он мощный. Так, вот. Кто ты такой вообще, я не в курсе. Средний бамбун ноб, не найдется второй такой мастер драк, как Руинджа. Он с незнапятный. С незнапятным временем гнул свою спину. В смысле, а что? Что с этой спиной, а? Тихо. Ладно. И ломал чужие кости. А драться его научил сурная жизнь. Я думаю, какой-то самурай, ну, к примеру, Фускат, который научил Курутоби сенсея. Кстати, а кто из вас сильнее? 310, 3100. Мастер и ученик. Ну, еще легендарный. Капец. На ринг с Рон выходит только два типа приматов. Те, которые он отправлял в нокаут. Нокаут, кто не знает, то сразу победа. Кома. И те, которые он отправлял в нокаут. Точка. Но, несмотря на всю свою свирепость, Рони из... Тактический воин с обостренным чувством справедливости. Главное, постройте, не узнайте его с плохой стороны. То есть он еще хорош. Окей. Популярности. Я заметил. Неизменно популярности. Популярно, кстати, не будет. Я тоже его хочу. Поэтому будет в скором времени популярно. Будет, наверное, классно. Так, давай. Сколько? 40 секунд? Это что, новый обном или плохо? Подожди. А что случилось? А, качайтесь. Так, самое главное, конечно, качать у нас базу. Ладно, что еще можно? Три часа. Капец. Ну, ладно. Скидки, магазинчики. Ты был. Можно, кстати, изменить карту. А, кстати, можно я изменить нового персонажа? Блин, а новый персонаж. Ё-моё, я его еще, кстати, хочу его. Не разноцветного, а вот это боксериста. Он тоже разноцветный. Как раз подход для меня. Очень даже классный. Как думаете, мне продолжать создавать новый север вместе с вами тащить? Там, конечно, есть испанцы. Группа испанских, которые мужчины тащат. Предлагаю вам присоединиться ко мне, и мы типа того создадим какую-то банду и будем обмениваться ресурсами и так дальше развиваться. И гайды вам тоже буду показывать, конечно. Так, ежедневно заходим, ежедневно получаем. Самое лучшее, что может быть пока на то время. Конечно, принимаем поздравления, спасибо. Знаете, я как-то уже не хочу говорить, хочу просто молчать, играть геймплей. Клацать это так долго клацать. Вот вам не советую. Вот чувствуете это клацание? Да вы так клацаете с этим моментом. Я уже 100 тысяч. Сколько мне, блин, клацать нужно? Все, доклацал. Очень классно. Проще простого. Окей, если проще простого, то так докажите. Да, классно.
Ага, значит, у нас тут есть территории, можно обратно получить. Строить. Отправить. Во, то, что нужно. Отправляй сколько хочешь, у меня недостаточно прав. Ладно. Так, это, конечно, не важно, куда качать, просто нажимать нужно. Рекомендуется исследование недостаточно прав. Не, ну так нечестно, США. Ну ладно, привет, США. Нам тут говорится, кое-что у нас есть штаб-квартира. Ну да, хоть где-нибудь. Как-то у меня нет времени их качать. Точно, до машинки нового. У нас будет машинки новые. Лаборатория, ну качайся. Так, лечилка, давай. Помощь. Помощь. Помогите. Не хватает. Да, конечно, эта игра очень долго, но если постараться, то можно эту игру быстро пройти и все, одну игру прошли. Давайте следующую. Или ждать обнову, вообще будет шикарно. Да, всем за просмотр, с вами Макс Риск. В описании есть некоторые инструкции, информация про обнову. Вот я же говорю, классы просто безумие. Ссылка на Discord в описании. Всем удачи, всем пока. Я, наверное, пойду сам. Мне прям точку пошли. Ладно. Пока.